было готово к тому, чтобы действительно сказать населению, да все, у нас все, все готово, мы, товарищи, к половодью готовы, и с минимальными ущербами она будет. Вот это было все, как бы все эти предписания было, значит, требовано, да, но тем не менее 5 апреля дамбу прорвало. Вот кто видел кадры, кто видел кадры? Я там наблюдала, знаете, как вот, вот идет вот дамба, да, лавина воды, и там один какой-то там трактор, техника пытается закидать вот, значит, вот в эту дамбу, там этот грунт какой-то там, песок, я не знаю, там ПГС, что. Вот смотришь на это все, думаешь, господи, где люди-то вообще, куда они смотрят, как там такой порыв воды, и вот одна техника пытается справиться. Вообще вы о чем? Это специально сделано, что ли, не пойму. Там надо заливать, я не знаю, чтобы эту дамбу как-то сейчас помочь чем-то, это нужно большими глыбами, какими-то камнями, не знаю, закидывать. И стоит вот этот трактор.